познакомимся. Справа от меня находится так, боец, в октагоне. 26 лет, его рост 185 сантиметров, вес 77 килограммов ровно. Гордо представляет Россию, Дагестан, с включением Мурат Чанакхана. Сегодняшний его оппонент. Ему 25 лет, рост 178 сантиметров, вес 77 килограммов ровно. Гордо представляет Узбекистан. Встречайте, Ислам Шаропов. Это прямо к нагоне Волков Илья. Бойцы на середину. Напоминаю правила, запрещены любые удары в затылок, позвоночник и пах. Запрещено подать клетку и экипировку. Колени, голову только в стойке. Удары локтями, голову запрещены. Внимание, послушай моей команды, пожали руки. По углам. Итак, все готово к поединку. Видим статистику бойцов. Намного выше. Боец в красном углу начинает с желтой карточкой ввиду нарушения регламента взвешивания. Представитель Узбекистана Ислом получает желтую карточку за то, что не сделал вес. Итак, все готово. Погнали. Присматриваются бойцы друг к другу. Очень удар Мурата ногами. Мурат, да, еще раз. Один удар. Практически еще один удар. Сколько да, вытерпит. Отвечает ему сразу же боец из Узбекистана. Да, не намерен терпеть вот это все. Еще очень, один очень удар. Очень плотно заряжает удары прям, Мурат. Прям чувствуется, чувствуется, что неприятно, неприятно Исламу. Отвечает тоже ему отвечает, ногами, да, Ислам, такие легкие да. удары. Нацелен. Выбить ногу ему Мурат и сразу да, и Чанаканов вниз. Мурат сразу идет в борьбу. Начинает бороться с своим соперником. Да, начинает бороться. Садится Мурат. Фулмаунт. Пытается сесть фулмаунт. Очень плохо пока получается, но вот отличная позиция для него. Отсюда можно нанести пару хороших ударов. Напоминаем, что Мурат представитель Дагестана, как мы знаем. Дагестан – это республика борьбы. Забирает спину, заправляет ноги, начинает наносить удары. Мурат очень хорошо действует. Пытается встать, Ислам делает, делает кувырок, но ноги уже заправлены, поэтому вряд ли получится уйти. Пытается наносить такие удары, обозначающие. Это все хорошо видит судья. О, хороший удар снизу. Надо растянуть Мураду своего оппонента. Еще один удар. Надо растягивать Мураду своего оппонента, чтобы... Да, очень хорошо контролирует смог, Мурат. Смог задушить, да, очень хорошо сел. Контролирует Мурат. Да, хватает руку и слом, пытаясь выбраться из этой ситуации. Очень тяжелый для него, неприятно получать в голову. Нужно постараться, да, встать и сбросить себя оппонента, потому что вот так вот получать. Но начинает заправил, душить, да, его. Начинает душить, мне кажется. Хорошо что... растянул. Нет, не получилось почему-то. Мне не понравилось Мурату то, как он заправил руку. Да, видимо, да, что-то понял, не понравилось что, да. ему, и он решил отпустить его. Вот снова пытается, но... Вот сейчас. Может, попытался. Ислам сейчас скинет его. Попытался. О, опять отдает шею, очень плотный захват. Попытался. Возможно, сейчас Ислам сдастся, но мы знаем, что многие здесь не сдаются и засыпают. Нет, держится, держится, держится Ислам. Ислам. Очень, честно говоря, опасное положение для да, Ислама. Очень опасное. Очень... О, да, о, да, постучал, все. Постучал Ислам, и Чанаканов Мурат из России одерживает победу тем, что душит своего оппонента. И мы его поздравляем с этой прекрасной победой. Да, отличная победа. Уверенно забрал спину. И после смог финишировать. Отличный сабмишен. Тоже желаем удачи. Чанаканов Мурат победил сабмишеном своего оппонента. Очень хорошо продемонстрировал умение работать в стойке и в партере. Ну а мы идем дальше. Это 46-я встреча. И у нас межконтинентальный уже турнир сейчас станет. Отлично, да? Давайте поаплодируем сами себе. Вы сегодня такие дружные, такие молодцы. Спасибо большое вам, каждому, честно. И спасибо за... Итак, леди и джентльмены,
на 2 минуте 53 секунде первого раунда удушающим приемом одержал победу боец из среднего угла Мурат Чанаканов, Россия Кыргызстан. Да, Чанаканов Мурат одерживает победу. Поздравляем его с этим. И хочет пару слов он нам сказать. Давайте послушаем. Я хочу поблагодарить за радио, который меня поддерживает. Им большое баркал. Кто за меня болеет, тоже от души. Итак, я хотел бы поблагодарить своего тренера Ибрагима Гайфбека. Ему отдельный баркал за все, за то, что он делает.